Отож, друзі, як і обіцяла, пригощаю усіх чаєм. Поки я наливаю, Вітю, пропоную тобі пригощаєш, представити. Поки пригощаєш, а на такий смачний і запашний аромат, і на такі запашні печива до нас завітала також Катерина Галенко. Десь йшла поряд так і вирішила, ух, вас тут добре пахне. Почуяла аромат. Катерина, вітаємо тебе. Звичайно, що я жартую, домовлялися ми про зустріч. Не просто все так. Катерина Галенко сьогодні в нас в гостях. Я думаю, ті, хто дивляться щоразу, щоп'ятниці наш ефір, то вони вже знають, що це фотограф, людина, яка вас уже не один ефір навчає, як правильно фотографувати. Саме з нею ми проводили і інтерактивні фотосесії. Сьогодні будемо говорити про те, як налаштувати фотоапарат. Це, я думаю, не менш важлива тема, тому що особисто я, як власник фотоапарату, іноді дивлюся, для чого мені оця кнопочка? Як мені налаштувати, щоб в мене працювало? Який у тебе фотоапарат? Canon. Зеркальний? Так. Ти на якому режимі фотографуєш? На авто. На авторежимі? Все понятно. Не вмієш налаштувати, я включаю авторежим, і я суперфотограф. Да? Ну, на авторежимі не запрещено, звісно, фотографувати, просто фотографія з авторежимом дуже багато втрачає. Ну и кое-что приобретает. Что она приобретает? Хотя бы видно, что мы фотографируем. Потому что на режиме мануаль, это вот если здесь крутить колесико, то это буква М. Это значит абсолютно полностью ручные настройки фотоаппарата. Ты пробовала на этом режиме снимать когда-то? Я крутила колесико везде, все пробовала, но это был кошмар, да? Лучше всего у него получилась фотография в режиме авто. Я поняла. В общем, я когда купила только... Я крутила это колесико, крутила на мануаль, ручной режим, и у меня выходил просто черный квадрат. Я говорила, о, я фотохудожник, черный квадрат сфотографировала. Но со временем я научилась пользоваться им. Глядачам, а також, де це крутити, и что это за литера М? Вот, режим ручной настройки, вот куча авторежимов. В принципе, все остальные это режимы авто, просто некоторые с особенностями. Под разные ситуации, скажем да. так. Да, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки. Вот такие странные слова, возможно, неизвестные. Сейчас я расскажу о них, что они означают. Для того, чтобы понимать, что это такое, нужно представить, что фотоаппарат – это и есть наша голова, а линза – это наши глаза. Вот это мозг. Сама тушка фотоаппарата, а вот это наш зрачок. Вот здесь находится сам наш зрачок, сама линза. И такое значение, как диафрагма, отвечает за то, насколько сильно открыт или закрыт наш зрачок. То есть представьте, очень светло в помещении, наш зрачок что? Закрывается. Закрывается. Потому что очень много света попадает в матрицу, в наш мозг. Если в помещении темно, наш зрачок... расширяется, чтобы открывается. Больше света попадало и изображение хотя бы мы видели. Вот это называется диафрагма. Вот почему это так называется, что для чего она нужна? Вот для этого. В принципе, практически все нужно для того, чтобы принимать какое-то количество света каким-то образом, потому что фотография это и есть сам рисунок светом. Вот фотограф это художник светом. Вот таким образом происходит диафрагма. Так ми її настраюємо. Я зараз трохи, що називається, переварюю. Переварив, можна далі. Значення діафрагми. У мене об'єктив портретний. Мінімальне значення, точніше, максимальне значення діафрагми. А які ще бувають, якщо не портретний? Як определить портретний, ні? Портретний – це з фіксованим фокусним розстоянням. Я потім ще об'ясню, що це таке. А есть стандартный, у тебя наверняка стандартный китайский объектив 18-55. Да. У меня тоже есть такой, он идет в наборе с каждым фотоаппаратом. Бывают разные, но в основном такие. В принципе, большинство николаевцев используют именно этот объектив. Он не дает такое сильное размытие заднего плана, как портретный объектив, и в принципе он является универсальным. Причем, как этот, например, он в основном для портретов. Вот поэтому называется портретный. Он не подходит для съемки спортивных событий, как телевики, например, а только для художественной какой-то съемки на улице или в студии. Диафрагма. Новое слово записали в словаре. Наш зрачок. Минимальное или максимальное значение число диафрагмы. Закрыт или открыт зрачок. Если у меня, например, минимальное, точнее, максимальное расширение диафрагмы 1,4, значит, зрачок у нас... расширяется 1,4. Если, например, диафрагма 22, то
Вот такая вот маленькая дырка. Фотографы шутят, какая у тебя рабочая дырка. У меня, например, 1,4. Вот, если кто-то вас такое спросит, например, у тебя, то не бей человека по лицу, это все нормально. Это все профессиональный сленг. Я только о фотоаппарате и подумал, девчонки, о чем вы вообще думаете? Такие вот шутки у фотографов. Вот, следующее такое вот, такой термин, это баланс белого. Слышали о таком? Ну, да. Много слышали, мало видели. Что такое баланс белого? Настройки этого параметра в фотоаппарате происходят таким образом. Мы даем понять фотоаппарату, что есть сейчас белый цвет. То есть белый цвет, он же не всегда белый. Он же бывает желтый, с синим отливом. В разных помещениях разный белый цвет. Mm-hmm. Мы фотографируем чистый белый лист А4, например, или картон белый, белую стенку, что есть под рукой. Съемки разные бывают. И даем фотоаппарату понять, что есть сейчас в данных условиях, в данном освещении белый цвет. И он понимает, что вот эта желтая блямба – это белый цвет. И таким образом настраивает все под этот параметр. То есть и лицо не будет желтым на фотке, или синим. То есть даже мы должны просто сфотографировать белый лист бумаги. Функция в фотоаппарате есть такая настройка баланса белого. Мы фотографируем белый лист и даем понять, что это такое. После выбора этого параметра, да, уже? Да. Что умная штука. Да. Умный у нас зрачок. Умнее некоторых. Следующий параметр – это выдержка. Что же такое выдержка? Ну, у меня выдержка советская очень хорошая. Выдерживаю сколько времени. Опять-таки, наши глаза. Мы моргаем, запомнили какой-то момент. Вот выдержка отвечает, насколько долго будут открыты у нас глаза, чтобы запомнить какой-то момент. Поскольку это статическое изображение, если глаза, то есть... наш объектив. Да, открыт слишком долго, изображение может смазываться. При таких съемках рекомендуется использовать штатив, ну или какую-то устойчивую поверхность, например, книги, парту, стол, что-либо. Вот. Насколько долго открыт зрачок? Если зрачок вот так быстро закрывается, значит, изображение будет четким, но мало света будет поступать в матрицу. То есть, может быть, при таком раскладе изображение получится темным, но четким. То есть мы должны понимать, если в помещении светло, например, здесь светло, в принципе, выдержка должна быть минимальна. Если в помещении темно, то мы должны увеличивать выдержку. Насколько долго у нас будут открыты глаза. А зачем должна быть эта большая выдержка? Что можно сделать? Какой эффект получить? Эффект... плавающего тела? Можно плавающего тела получить. Можно снимать звездное небо при таких настройках. Очень много чего можно делать, снимать воду, она получится такой плавной. Много художественных эффектов. В режиме мануэл мы получаем... То есть, если где-то это дает недостаток, в чем-то это большой плюс. Да, то есть, например, если вы даже неправильно выбрали баланс белого, неправильно выбрали диафрагму, в принципе, иногда это может сыграть на руку и служить как художественный эффект и видение автора. Всегда можно все спихивать на концепцию. Вот. Если у вас не получается блинчики, пеките комочки. Вот именно. Вот все я так вижу. Я художник. Ну що ж, сьогодні у нас в гостях була Катерина Головенко, фотохудожник, назвемо вже її так. Вона так бачить.